вы поняли, мы приехали на дачу. Так, что у нас здесь? Рутер, детям, это вам. Это нужно его же оставить здесь. Это, пожалуйста, зарядки моя. Это еще один телефон, музыку включите. Это папина косметичка и моя косметичка. Посмотри, там есть мои духи золотые? Я духи дома одни потеряла. Я так искала их сегодня вообще. Я была уверена, не на даче. А куда у меня делись духи? Меня она забрала. Может быть. Ее Моника украла. Я искала сегодня свои духи, вот эти Зетта любимые. И нет флакона. А куда я его брала? Где он может быть? Чемодан разобрал. Чемодан у меня давно разобрал. Ладно. Это колонка. Где... Макс, это Макса колонка. Так, взяли огурчики. Неси это в спальню. Мы приехали с ночевкой. Может быть, вообще уже переехали на дачу, я не знаю. Посмотрим. Нужно обосноваться немножко здесь и ездить в город. Но большую часть быть здесь. Тем более сейчас лига, и у нас сейчас перед лигой сколько? Вторник, среда, четверг, и в пятницу уже все приедут. Нет, 4 дня. Уже все в пятницу приедут, и у нас немножко запущена территория. И нам нужно подготовиться. Хлеб. Купили хлебушек. Посыпку. Это купили персиладу, но от другой фирмы, и она без соли. Мне как раз сейчас такая нужна. Паприку купили. Это что? Я вообще даже не вижу, что снимаю. Это морская мелкая соль. Снимаешь. Это персики. Это разных пудингов набрали. Что-то захотелось, знаете, что-то сладкое. Я вообще не люблю сладкое, но мне захотелось какого-то десерта. Поэтому в Лидл только что-то. Картошка. Картошка. Еще одна картошка. Креветки. Такие мелкие креветки Кирюша любит у костра с пивом. Именно такие мелкие, как семечки. Молочко. Два освежителя. Освежители. Но это домой я хочу взять. Я не знаю, что это. В Лидл появились ленорчики, эти освежители, мне очень нравятся. Раньше что-то похожее или такое же мы брали в Мэре, потом пропало. Это свинина? Это карбонат, сметанка, трубочки уже на Лига. Давай отнесем это яйца и макароны. Зай, бери коробку. Макароны. И макаронцы дети взяли. Вроде бы все. Да. Это положи туда, где бокалы уже. Будем готовить картошку в казане с мясом. Знаете, как мы дома с бульончиком тушим, да, и с специями. Дети любят, и я приняла решение здесь ее приготовить в казане. Надеюсь, получится. Ну все, переодеваемся, кладем все в холодильник и отдыхаем. Но нужно убираться. У меня еще цель, не знаю, сегодня или нет. Мне, кстати, сегодня получше, только очень сильные... Нос, но он выходит и кашель, ну, прям такой отхаркивающий. Нужно убрать верх, то есть к нам будут приезжать гости, нужно убрать комнаты, подготовить, знаете, подушки, одеяло, белье, посмотреть, чего не хватает, что нужно перестирать, отвезти домой, перестирать, потом привезти. И еще раз говорю, как плохо, что нет здесь стиральной машины. Я знаю, я бы сейчас вот просто у стояла бы, дочери, я бы сейчас... Мы даже запустили участок. Не перебивай меня. Я бы сейчас просто стояла и все перестировала. Смотри, какие яркие. Они такие маленькие. Я же говорила, как в Икее такие, да? Смотри, как в Икее монетки такие. Ну, вот, дети, кушайте. Кушайте. Спасибо. Вот как раз одному одна сторона, а второму другая. Максим не будет. Все поровну. Почему? Он не любит. Во время подготовки к свадьбе наш участок превратился... А главное, у детей красиво. Запустили. Смотрите, это ненормально. Это все ненормально. Все, вот эта трава по колено просто, смотрите, просто выше Евы уже. Вот это все, вот это, у нас никогда такого не было, 50 сантиметров. Видите, сколько травы? Везде, по поэтому, углам. Поэтому, смотрите, мы достаем нашу штучку, которая на аккумуляторе. Сколько ей уже? 2 года? Пару лет. Пару лет, и довольно, кстати. И вот эта штука, мы проходимся именно вот эти места, где не проходит. А штука. Вот это, помните, ребят, мы с вами чистили вот это вот все? Да, с бабушка здесь еще чистили. Была. Ну и что это? Вот объясните. Ну как это вообще понимать? Что происходит? И главное только в этой зоне. Потому что, ну еще чуть-чуть тут, здесь нету. Здесь тем более. Ой. Кстати. Вот что это? Сорняк? Вот это. Ну красивый сорняк. Тут тоже везде, везде, везде заросли. У меня в этом году мало пионов.
Видите, вообще куст практически без ничего. И они уже отцвели. Я все пропустила. Красные пропустила. Розовые пропустила. Вот три цветка нормально. Белых вот парочку. Хотела нам сорвать, поставить. Раз, два, три. Пять штук соберу, нет? Наверное, да. Хоть на стол поставлю, хоть порадуют меня немножко. А то что это такое? У нас обычно просто заросли этих пионов. Но я в том году, их, вон розовые, но я в том году их и не подрезала, да, мне мама говорила, когда они отцветут, нужно здесь подрезать, и тогда они, ну, чаще растут потом. Но я этого не сделала в том году, кажется. И мы решили убрать теплицы. Они нам в ближайшее время не пригодятся. Мы их убираем, сравниваем все и сеем травку. Будем без теплиц. Здесь тоже нужно травку подсеять. Вы не смотрите, это все будет убираться. Не сейчас, чуть позже. Но вот когда здесь, вот то, что туалет здесь стоит, здесь вокруг все должно быть со всех сторон. С этой стороны и с той стороны, как сюда идешь. Все должно быть чисто. Будет все хорошо. Везде будет травка. Все постепенно. Так быстро на даче не делается ничего. Как он, интересно, здесь будет подрезать эту траву? Ножницами, наверное. Я раньше помогала ему, но потом я как представлю, что там могут быть клещи в этой высокой траве. И я не могу себя пересилить. Я детям не разрешаю подходить к траве непокошенной. Они у меня ходят на этой, на брусчатке, никуда не это самое, ни шагу в сторону. Я говорила, да, вверх хочу убрать. Кажется, говорила. А цветочки-то как растут, видите, новые? Нормально. И вот здесь вот сколько новых, видите? Красиво. И туда, да, надо пойти туда еще? Да, да, там полностью. А может быть, все-таки с теплицы, ну, тоже до лига сможем? Теплицы убрать? Сможем. А по идее, там что, убрал, скосил и готово? Все, разровнял и готово. Да, ну, кстати, пришла такая идея, теплицы, и кирпичи ты там рядом складываешь, тоже донес и все? Да. Может, давай за эти дни это тоже сделаем? Он просто не может сейчас туалетом заниматься, пока плитка не высохла, поэтому занимается участком. Но как бы и хорошо. Как вы поняли, я поднялась наверх и хочу здесь немножечко поубирать. Сейчас я, наверное, притащу пылесос и начну что-нибудь сделать. О! Я везде искала дома эту лампочку. Везде. Я просто все обыскала и даже в гараже смотрели. А она, оказывается, здесь. Самое чистое и в порядке в этой зоне, это наверху, это вот это. Поники на кровать. Самое нормальное. Остальное все надо чистить. Ева лает, значит, кто-то приехал. А кто это приехал? Привет! Мам, все пишут, что мы как сестры. А я там с гостинцами.
Это значит, или я плохо выгляжу, или ты шикарна. Я шикарна. А я плохо. Да мы вместе шикарно. Видите, какие у меня гены классные. Смотрите. Ой, принцесса. Ну что, уборка отложилась. Так, мама к себе на дачу просто тоже приехала. По лесенке надо пойти осторожно. У нас уже все по разу здесь упали. Все-все. Итак, что встречаешь? Это тоже теперь ключ. Ну, тоже скоро будем встречать. Привет, коллега. Почему? Ну, потому что мы же тоже теща и тесть. В этом смысле. Привет, теща и тесть. Я к вам с гостиницей. А что это ты? Лучок? А ты уже была на даче сейчас? Ну да. Это свеженькая? Собрал для вас клубнички. Вау! Заходи. Где ваша Берну? Берну наша в комнате. Это бомба. Ты хоть себе оставила? Ой, лучок, классно. Даже можно салатик сделать. Спасибо. Видите, у нас ничего не растет, зато у мамы все растет. Мы только ушла. Естественно, мне уже никакой уборки. Долго сидели, болтали. Сейчас буду чистить картошку. Сколько у меня здесь? Полтора и полтора. Но я так чищу, что останется, дай бог, килограмм. Водичку. Пиончики как вам? Красота, да? Ну, чуть-чуть постоят, порадуют. Муравьи. Супер. Кирюша косит. Смотрите уже, как красиво, да? Уже очень-очень хорошо. Покажу вам. Покошенный газон, это как дома, когда пропылесосил и полы помыл. Пошел туда теперь. Начинаем готовить. Кирюша растопил здесь печку. Казан нагревается. У меня здесь... картошка, мясо, масло, зелень. Мама вот то, что принесла. Хочу сделать салатик. У меня нету ни помидора, ни огурца. Мы просто маринованные взяли. Ой, соленые огурчики взяли. Поэтому я со сметанкой просто сделаю. Соль, сахар. Цветы. Максим. Есть такая персилада, которую я говорила. Паприка, лавровый лист, лисванская соль. Просто перчик черный. Сейчас из этого всего будем делать красоту, да, Максим? Мяско бросила. Буду готовить по принципу, как дома. Сейчас специи закину. Ни лук, ни морковь не добавляю, потому что дети у меня... Это папе? Это я папе. Вау, ты листья салата взяла? А, поняла. Потому что я делаю как дома, которую картошку едят все. И Макс, и Полина. Добавила специи и буду мяско обжаривать. Потом просто закидываю картошку, заливаем водой и пускай тушится эта картошка. И все готово. Алина хочет с бульончиком. Мне уже не терпится плов приготовить. Хочу специи хорошие купить. Там зиру, вот этот вот барбарис. Кирилл говорит, хочу вообще с изюмом. Он так ел. Мы ели в одном месте. Это мне надо на каких-то ярмарках поискать, наверное. Добавила картошку. Перемешиваем, регулируем специи. И заливаем водой. Полина мне тут принесла воду. У меня большой тары нет, как кувшина, никакого большого на даче. Надо дома принести. Привезти, потому что дома есть большой кувшин. Да, нам кувшин, то, что большой дома. Он нам дома не особо и пригождается. Лучше его сюда, он очень большой. Так, и заливаем. Ой, что снимаю, не вижу. На казан смотрю. И заливаем это все дело водой. Главное не обжечься, потому что вы меня знаете. Короче, будем есть 2 дня. Точнее, 3. О, какие ароматы. Бомба. Добавляем воду. Даже, наверное, мне много принесли. Не знаю, как она будет быстро выкипать здесь или нет. Чтобы бульончик остался, еще нужно. Ну, вот так достаточно. По крайней мере, выглядит как дома. Закрываем крышкой. И до готовности картошки. Попробую засечь время. И будет готово.
открываем крышечку. Кирюш подкинул, чтобы оно закипело. И будет кипеть до готовности. Надо следить, чтобы вода не выкипела. Ну, надеюсь, куда она денется, не? Очень быстро, на самом деле. Раз и готово. Ну, потому что я все подготовила заранее. Сейчас сделаю салатик. Спогодилась! Ура! Мы ждали. Прогноза было солнышко в 5, но оно, правда, попозже немножко. Вроде сейчас 6 или сколько? Сейчас даже 7. Но оно ну, вышло. Небо голубое. Ура! Твой движ. Наши резиденты. Картошка. Все хорошо. Ждем. Мне написали комментарий, ну, нам написали, что Настя, оказывается, душа компании, такая заводная. Ребят, я говорила, вы меня очень плохо знаете. Очень даже плохо. Очень плохо меня знаете. Реально. Так, ну что, наша картошечка приготовилась. Макс уже поел и съел. Целую порцию? Значит, очень вкусно. Да, хорошо. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Обалдеть, да? Да, и что мы сейчас сыпем? Сейчас мы сверху сыпем укропчик. И салатик. Все, приятного аппетита, да. Ну все, ну давай, ну давай. Смотрите, какие спонтанные встречи. Самые лучшие, я считаю. Не люблю ничего планировать, так лучше всего. Вот, Марина пока, мимо шла. Лекарства. Да, буквально. Мимо ехала Марина. Рони, иди сюда. Рони. Привет. Ева. Смотри, друг приехал. Открывала ворота Марине. Есть только пластырь. Подорожники. Подорожник. Мы покушали, а теперь у нас чего вечер. А какая милота, красота. У нас вот. А как мы будем все тянуться? Да? Держи. Давай поставлю маленькую. О, давай, давай, пенечек еще. Костер. Вот такая досочка. Мама. Если бы ты не приехал, мы бы костер не развели. Пледик хочешь? Смотри. Вот, видишь, тебе пледики. Вот тебе мятный чаек. Ты ходишь, пахнет. Пахнет? Парфюм, да. Ой, Ганимед, огонь. Так, это Кирюшин, это мой, дети, пейте чаек. Все, отдыхаем. Рони, ты чай хотел? Ай, какой красивый. Давай мы стакан. Смотрите, что я сегодня здесь натворил. Пока там Настюша готовила кушать. Смотрите, я полностью разобрал одну из теплиц. Эту теплицу я полностью буду выкидывать, потому что каркас теплицы полностью сгнил. Пластмассовые вот эти вот крепежи, они тоже все сгнили. Ой, ну не сгнили, поломались. И представляете, я здесь все програбил, все убрал. Хотел вокруг прокосить. Начал косить. И все, косилочка не заводится. Она почему-то заглохла, и все, блин. Я не знаю, что делать. Если завтра косилка не заведется, мне ее в мастерскую везти стыдно, потому что она еле-еле-еле ходит, еле-еле бегает. Блин, если она завтра не заведется, надо думать что-то, придумывать. Думать насчет новой косилки наконец-то, не? Как-то вот так. Все, мы сейчас и пойдем пить чаек, кофеек. И будем сидеть перед костром. Смотрите, уже все сидят. Пью чаек. А, еще смотрите, что я сегодня сделал.
я с этой стороны туалет тоже все почистил, все убрал, сравнял кучу. И нам нужно тоже в депо поехать и купить эту самую. Блин, семена эти, блин. Травы, короче. Нужно здесь все посеять. В планах завтра вот это все разобрать полностью. Кирпичи вон те вот красные, они мне пригодятся. Потом скажу, куда. И я пока что эти все кирпичи буду складывать вот сюда вот. Пока! Все, Марина едет домой. Все, пойдем спать, потому что уже 11. Да? Сколько? 11? Покажите. Вот вы хорошо посидели с Мариной. Угу. Даша, все, давай, махай. Махай, махай, махай. Кстати, на удивление нет комаров. Да нет, есть. Ну, мало. Пока. Есть немножко. Так хорошо посидели у костра, и чай попили. Ой, хорошо. Максимка просто очень сильно хочет спать. Да, красота. Закрываем калиточку на ночь, Полеж. Только не прищеми, пожалуйста, ничего, дочь. Да, она уже сегодня что только не прищемила. Смотрите, какая у нас вечерняя атмосфера. Не скажешь, да, что вечер? Да, не скажешь, что 11. Это реально 11? Посмотри да, на часы. 11. Тут у нас бутылочка просека. Подожди, 23:23, 11:30. А, 11:30? Да. Я думаю, что Макс так спать просится. Смотрите, Ева. Мы тут сидели у костра. А где Ева? Она не убежала за Мариной? Я не знаю. Ева. Она в доме, может быть, Зай? Нет. Дом закрыт, посмотрите в доме. Мы тут сидели, надо убрать наш вафельный тортик. В доме, да, Ева? Костер уже потух. Ой. Да, мы идем в дом и идем спать. Все, ребят, на сегодня пока-пока. Ой, Максим, завтра будете долго спать. Мама выспится. А я завтра утром поеду, поработаю чуть-чуть. Куда? Не надо. А я пошла влог монтировать. Все, всем пока. Пока-пока.